желание. Вы хотите? Посмотрите. Пульнем. Просто. Я вот смысла не вижу. Нет, мы еще пулить не можем в ванили ФК. Лучшее решение перенести это на завтра. Если все захотели, значит еще пул. После пула будет очередной чек. Если сейчас все же делают правильно, можно убить. Тут изначально, если минус 3, это очень плотно. Последний вопрос. Проблема будет только в одном. Если в свету будет нормально заливаться трэш, то все будет хорошо. Если не будет хватать урона, то смысла нет в таким составом. Свет, все прекрасно. Ребят, РСХМ без Т5 убивалась. Плюс еще Фисяо. Что там, в свету вообще проблем не было с трэшем. В свету, блядь, единственная проблема с ссаным диспелом. Дайте, блядь, нормальный диспел. Хочешь, давай я в свет пойду по диспелю. Попробуйте поменять гею, пусть она по диспелит, она нормально диспелит. Так она внизу, а у нас наверху проблема с диспелем. Так я и говорю, поменяйте ее, чипсы ее, она по диспелит, она нормально диспелит. Вот что-что, а это хорошо. Дайте хила с голосом, орать и материть тех, кто, блядь, не вносит эти ебаные вес. Я не знаю, как еще. Короче, 5 минут покурим, пока в ванили нету. Может, а там Мальта F4 есть в сети. Он не хочет с нами пойти? У него КД вроде. У него КД, он ходил с вечерниками. Да, прекрасно. А, так можно просто ходить с вечерниками в РС и все. Я тоже на следующем КД в РС с вечерниками пойду, ну а хули. Так я вот тоже думаю, зачем вот это приходить вайпаться? Дрочильня, блядь. Ну, не назовешь. Уже, блядь, подгорает. Вот так 5-6 человек. Нахуй вы их берете, блядь, ДВшников в вечерний рейд, если они, блядь, потом, блядь, ну, нет людей на ДВ. Ну, заебись. Я тоже хотела с шаманом пойти, мне не разрешили пойти с ДВшником. Нехорошие люди. Ладно, отойду на 2 минуты. Так, ну чё, Вага тут, да? Нет, он сказал перерыв. Да-да, ребята. Да-да. Кипочек, ты в четверг же будешь, да? Да. В 12, да? Да. А в пятницу тоже? Ну, должен. Ты же не просто так говоришь, что у меня корыто. Вы что думаете? Я просто так говорю, я знаю. В том-то и дело. Хосту я тестила, у меня не вышло. Камни с ней просто не перестало меня. Так-то, по идее, можно и оранжевый туда же вставить, в желтый сокет. Скажите, как зайти, зайду. Я не знаю, чем она будет хилить, но она хотя бы подиспелит. Это правда. Да, да, да. Это стрёмно, конечно. Я знаю. Но хотя бы с диспелом будет все хорошо, а конника там затащит. Я думаю, если не помрет. Я уже сказала, что да, у нее с этим проблемы, но с диспелом у нее все хорошо.
А кстати, насчет друид, то если друид 1500 хосты, то его можно и наверх. Да, у меня хороший таргет. Собственно, поэтому я столько и сделала для эксперимента, потому что я попадала с пугами, которые не хилят по таргету. Ну или в ДВшника, как мы с тобой тогда обсуждали, что тоже таргет хила не хватает. Именно поэтому это был эксперимент. Именно поэтому. Не знаю. Мне кажется, это не очень имеет смысл. Если постоянно ходить с пугами, смысл есть танка поднимать очень быстро ходами и очень быстро по таргету. Если вот как вот сейчас в данной ситуации, то нет, это плохо даже, да. А нет. С пугами можно в Т4 бегать? Пугами, если не хилить по таргету, то можно вообще-то 9-й сбивать и не париться. Ну, ты же говоришь про таргет, вопрос, то с таргетом Т4 помогает. Я, кстати, не собирала, даже не тестила, если честно. Учту, да. Посмотрю, соберу. Я обычно с Даном советовалась, либо с Лорелом по поводу хила. Но Дан меня за хосту уже отругал. Ну, я с Мосой советовался. Ну, тогда не было Мосы, когда этот был друид у меня. Вообще у всех кап 1256. Чего? Хосты. У друидов? Нет, у друидов нет. У друидов как раз таки 800-900, и дальше нет смысла, если они не хилят по таргету. 856 у друида. Ну да, вот. 26%. Да. Я все это говорю. Кроты 5 у меня нету. Я говорю вот то, что сейчас у меня. То, что больше, то и больше. 1200 и 1300 будет нормально. Ваниль, тут меняйте геи. Я не знаю, что будет с прохилом. Я согласна с другими хилами, но диспел будет, по крайней мере, хорош. Так а в чем здесь проблема-то не в диспеллере, а проблема в диспелле тех, кого диспелит. Цели, которые диспелят, да, вот именно так. Менять ничего не... Даркс, япончик. Блядь, Кирсгорн, япончик, заходите в игру. Ну вот, ребята, Реллу все ответили. Кто мне там в личку написал? По поводу испуга. Япончик, ты с нами? Естественно. Баф обновляйте. Вот и рыбка. Не убиваем, будет еще чек на желание потравить или разойтись. Был бы Рэл, тебя бы никто не спросил, если бы Рэл сказал по-другому. Твои слова. Чек на пол. Каску. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Метки пропадут. Переживает. Вот-вот соскользнет в бездну.
Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ваниль, стой, пожалуйста, с нами. Спасибо. Небеса в огне. Вы ж по боссу заезжаете? Заходим. Заходите подальше, вставайте сразу же. Лезвие 10 секунд. 5 секунд. Сейчас буду подкручивать чуть-чуть. Давайте налево чуть-чуть. Еще налево, нормально. NG встань со всеми, пожалуйста. Лезвие 2 секунды. Больше дамага в боссе, если хотите сейчас его перевести. 53%. Хотя, наверное, уже не успею. Стопните, все стопните. Стоп, 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 стоп. Вообще урона никакого не должно. 1%, вообще не трогайте босса. Сука. Тут справа. Уже не... Блядь, там банк. Тьма, стоп! Вот, встал здесь. На портал метеор идет. А по чуть-чуть начали играть. Больше тьма. Дети большого, нахуй не пустые. Зергайте его быстрее. Метеор. Точнее, точнее. Кресту подойдите, здесь центр. Свет активнее по боссу. Тьма, стоп.
Свет активнее по носу. Тьма, стопни. Метеор. Большого зергаете, милики, бегите через большого, убейте его. Их вал. Интересно, как там. Убейте. Добей большого сразу. Тьма, смотрите, 60%, сейчас 70%. Ой, расложил. Плохо, бэрьте его. Все уже. Падай. Слишком вы как-то играете с этим процентом. Ну, просто шотнул. Два лока, которому говоришь, стоп, я не стоп. Отправьте его одного в свет. Уже. Раз тут дамага хватает. Свету с мелкими все в порядке. Просто, блядь, с большим нихуя не в порядке. Нихуя не бьют. Вот Дарк из Шемки, у кого собран? Говорю, стопайте, а у вас осколки из Шемы вылетают. Ну осколки там особо, блядь. Этот. Ханта резали? Энги, ты кого резал? Ванилия, он встал хоть? Как у меня в танка нахилено больше, чем у шамана? Мы сейчас просто с процентажом играемся, а с трэшем все как бы нормально в свету, то не вижу проблем у них просто. Все, сейчас удалось. Надо дамагер на большого. Еще раз чек на желание я убить. Убьем. Что там убьется нахуй, если не надо? Ровно шло, пока не упал в бинтах. Что там пила не хватает? Полипал. Только один человек против, поэтому остаемся еще. Япончика может свет. Кого свет? Из двух локов или япончика? Япончик на РДД. РДД нужен. Так, Сантей пойдешь. Большие, чтоб слитые были. А то это хуйня какая-то. Да, прекрасно у тебя тренинг. Проходи, пал. Ваниэль, ты в Дисе? Все равно, как у меня нахилено во тьме больше в танка, чем у шамана, который в Т5? Может, бегает? Объясните, пожалуйста, ванильке нормально, то есть все в порядке, все нормально делает, только чтобы не стоял перед РДД. Так, просто дело говорит, дайте нам замену нормальную для тьмы. Ну хотя бы какого-нибудь милика. Не надо нам никакой замены, будем вчетвером ковырять. Просто отправьте одного ДД в свет, и все, там дамага хватает очень сильно. Ты готовы, да? Бафни. Друид лапу. Отдайте япончика. Не-не, япончик нужен. Ну он хилит внизу, по идее. Да-да. Блять, слышно меня? Да, слышно. Ваниль тут? Ём. Лампочку Б. Чё там бафы не раздали ханта? Два ханта отказываются. Касочку Б. Уже нами казы в тьму отдать. Всё, вторую. Плохая замена демона. Нами казы в тьме был? Ваниль, ассисти по танку, по мне. Флешками там или какую-то там. Че это он не был, он на второй фазе-то заходит. Прежде чем каплю кинуть, там на себя БЗ кидай, только в этом случае каплю давай. Понял его нет? Ну он фисяво просится вот. А кто будет трэш забивать? Два комба дроги тебя не смущают, рэд? Фисяо в тьму тогда. Фисяо плохо заливает. Не надо фисяо ставить, она выешь. Плохо мы заливаем только потому, что флеймы, блять, идут в рейд. Там хуй подойдешь к нему, хуй соберешь. Че, вы не залете больших, мелких что ли? Мелких мы заливаем, на последнем трае было очень хуево с флеймами, они все время в рейд. Плюс танк держит очень много опасных возле флейма. Давайте буду водить. Я просто пока не соберу, короче, я не могу отводить. Оставляем в тьме или нет? Все остается в свету, во тьме будет первая группа, 4 человека, значит. Сейчас я пану спрошу, может за. Там же на войночку.
Жена имеет КД уже. А твинков у него нет. А протокод? У его твинка нету категории для РСХ. А спан варом сойдет. Пиздать мне. В два раза дамажит. Я до 4 часов буду там, если кто подходит, пускай выйдет. Ну, убить вполне реально, если все нормально сделаем. Мы в 23 могли убить. Да, если танка не шотнула. Дайте япончику каску, потому что он меня всю личку заспамил, чтобы почему-то я ему ее дала. Это... Ты его не любишь, он же каски дает. Где там мой макрос? Ванилька меня послушает, так что... Чем мы ждем опять? Человек сейчас сойдет на вару. Будет хотя бы нас 20. Так он может к вам сразу в тьму прыгнуть. Шкаф ставишь. Шкаф. Пан, почти все то же самое там. Метки выносишь, метеориты уклоняешься, во тьме только 2 лезвия. Если что, просто смотри на моего вара. Под лезвие не попасть. Так, вроде я не боюсь. Нам надо только стопать пока. Чек на баф пул. Айзик. Вейт босса. У пана еще нету каски. Мы получаем узреть начало эры разрушения. Зачем бы в ложе ставить? Свали на рез и сову. Это прошло. Летит. Делается не лишнее. Убили РДД. Вы найдете лишь страдания. Чипсы дала. Ходите, если посмеете. Подкручиваю. 10 секунд еще. Блин, ну окей, левее, рейд.
У меня ДБМ забагался, я не вижу, когда лезло. Еще. Бля. Поднимать? Ван, лагаешь? Лагаешь, нет. Скоро будет лезвие. Реси его. Сейчас будет лезвие. Тут не реси. И бафы. Реснуть? Да. 53, 52. Портал слева. Слева есть портал и справа под хвостом. Дыхание. Ой, блять, под дыхание все вышли. Заебись. Блять, вообще выходит нахуй под голову. Вот кастует дыхание 2 секунды, и все это видят, потому что все взяли таргет-пост, и все бегут под лицо. Заебись. Последнее здесь спалила я, сказали вайпимся. Трем людям, кто под дыхание забежал, можно начислить пас. А мы за огонь можно начислить. Это там в тьме вас убило дыхание, да? Да. В свету. Они вышли под дыхание, то есть они вышли мертвыми мужа. То есть в свету, то есть во тьме их убило, да. То есть во тьме, все правильно. Пан, от чего умер? От лезвия. Пан умер от лезвия, потому что у танка забагался ДБМ. Нет. И пока мы бежал просто позади всех, но он перебегал так же со всеми. Причем тут танк? Танк специально сказал, за мной следить можно. Короче, сотка Энджи за лужу. Троим по сотке. За дыхание. Пану сотку за лезвие. Часа и кончик. Ай, сейчас. У меня уже в вороте тут. Релог на что-то бафает. Так, что там еще? Энджи, Сантей? Или что? Нет, Энджи сотка. Поставьте... После этого по сотке. Норд-легион, Мимикадзе, Будапешт. Малон поставил. Рыба слева сейчас от рейда будет стоять. Скорее всего за меня метеор близко. Я собирал этих. Там два варианта. Это был либо ты, либо какой-то из
Потому я, что я две цели видел, которые находились под лапой. Я отводил этих коньков подальше от огня, и из-за этого так получилось. Я следующий раз так где-то сделаю. Полина? Она предупредила трафика несколько минут. Псяо, ну смотри, у Йотана я не в курсе, что у него там. Наверное, рабочий график, а про альтов 4 это вот твоя задача. Разобраться. Смотри, как разобрался. Да. А с Жененом кто будет разбираться? Женен... собрал себе шлем, соответственно, отправиться в ДВ-рейд обратно. Да, кстати, не помешало. А в вечерников у нас Косова нет с собой вообще? И без совы все проходит прекрасно. Надо походу ослаблять вечерний рейд, а то он, блядь, слишком мохренный. Да, можно сюда Библа и коня нам ехать? Чек на пул. Это последний пул, потому что потом у нас там будет. Еще должен убить Полину, потому что... Че, кого-то ходит? Да. На завтра оставим. Не соберутся завтра, значит, РСХМ, как и Джан, не нужно, что уж пойдем. Завтра сразу на 2 часа. Не на час, на 2. Сантей. Че, давай, заявейдем, сейчас подойдем. Санты, ты с нами? Прием. Все, заходим. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Давайте, ребят, победный. Одна. Забирай. На нас. Заходим только с напула. Кто сорвал игру? Ванилька.
Это Ванилька, ты сразу же зашел, 4Т5 отдал, да? Да. И это с напулом, блядь, он сорвал. Хуя бурстить, когда вы заходите, блядь, тьму. Чё за хуйня? Ну зачем? Ну танк только зашел, он не успел набрать агрон. Нахуя ты это делаешь? Ты чё, ебанько, что ли? Кават, ты все, уехал, да? Еще минут 7-8 есть. Давайте еще один пул сделаем, пока время позволяет. Давайте только быстро вставайте. Вторую выставьте. Я не просто так говорю, заходим с наполами. Знаешь, у меня Т5 промазало, и агрона мне нет почти. Женя, это уже не смешно. Серьезно. Танк вроде шезлучил. Нет, да. Рейд переходит на вторую фазу. Никто никогда там ничего не бурстит, если не был он на пул. Там на диван бы ничего, да? Ну, когда не поможет, тебе надо 200 тысяч. Если ты знаешь, нахрена ты отстал, блядь, ебаный 4. Ты же в курсе, что ты просто убил сейчас всех? Ну пусть Боб отдаст тебе имя. Давайте бафы пошли. Шустрее бафы, понимаете? Шаманы, значит, сливы до босса, пока он не появился. Не надо тыкать тотемы. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Сначала нужно выбрать цель. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Поближе к РДД, пожалуйста. На квадрате. Очень долго смотрел. Это слишком. Нет, не будет. От дыхания вкладывает. Вот где он. Вынеси, пожалуйста, метку на. Приготовились метеори. Побежали. Чипсы, вставалка есть? Я подкручивать буду. Пока что. Левее. Лезвие кончится, скажете? Лезвие закончилось. Баха по нему, пока вы все. Четыре процента, 53. Может, стоп?
Ай, блин. Ну ладно, переводите уже. Быстро ищите портал. Вот, прям здесь. Это. Ой, держите меня в синчике. Тьма, стоп. Больше тьма. Прибегите. Там Сингер. Сиди спать. Вася, я здесь спорю. Снар легион вынес. Походи. Все, по большому. Я выношу метку, он. Свет, стопните. Да, я метку выносила. Бестолковый свет, понятно. А там без света, я еще тебе говорю, я выносила метку, у нас остался один килл на рейде, и то рестор друид. Танка во тьме убила. Ну, я тебе и говорю, Дейдри убила от лезвия, остался один хил, я выносила метку, поэтому процентаж. И танка убила. Процентаж. Ты залагала? Нет, я выносила метку. Услышьте меня, я ходами его не подниму. Я говорю, Настя, ты залагала? Нет, я не залагала, я... Еще раз сказать, я не вижу дисплеев, у меня в хилботе их нет. Ну, сдохла ты от... Надо дойти помочь вам. Я уверена была, что рестор-друид сам себя дисплеит. И поэтому сдохла от лезвия, да? Кват, ты уходишь, да? Я его искала взглядом, чтобы найти вообще, кто у него на ком, что делать. Для того, чтобы диспелить, я ищу взглядом. Охуенно это все. Надо к вам заходить или вас фулл рейд? Нет, не надо заходить, у нас МТ ушел. Завтра попробуем собраться еще раз. Соберемся завтра, ну, как бы хрен с ним. Один уж трайт. Квад так уже сделал лишний трайм. Уезжать надо было пул назад. На 14 ставлю сразу. Пизду эти двухчасовые сборы. 14 подтягивайтесь, если в 10 слышите. И те, кто не пришли, там медведоежи, враски всякие, чтобы были, блядь. Враски не будет до какого-то дня, он писал. А, до четверга он писал. Хуёво. Тоже не будет до пятницы. Может, там еще кто-то отписывался. Пока соберетесь, я с работы приеду. А ЕП какое-то давали? Миша, я по-доброму, ты кидала, чуть раньше не зашел. А сбор был ЕП, и все. Ну, я только приехал, у вас шел трай, типа, я думаю, ну ладно, сейчас... Китала. А у вас оро сразу. Не понимаешь намека, да? Ты пришел на фронт. Вообще, если Ваниль говорит Кирсу, если он говорит, типа, что мелики там, или вторая там пати, блядь, что так можно. Вообще до пизды. Там зависит уже от нужды рейда, от танков, от хилов, какой кому ассист нужен, какой кому саппорт нужен.